Звезды мирового уровня поделились секретами мастерства с юными первоуральскими футболистами. 5 местных спортсменов вернулись из Екатеринбурга, где в течение нескольких дней тренировались с футболистами клуба ЦСКА. С нашими корреспондентами ребята поделились впечатлениями и рассказали, чему научились. Там был знаменитый игрок Рахимич. Он 3-4 года назад играл за основной клуб ЦСКА. Мне стала обводка немножко лучше, когда я там потренировался. Там мы учились всяко обводить. Я сейчас лучше стала обводить. Понятно. А ты в нападении играешь? Всего в мастер-классе от ЦСКА поучаствовало более 200 детей с Урала и Сибири. Его провели в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногородов», старт которой дал президент Владимир Путин. Проект для детей и подростков приурочили к чемпионату мира по футболу 2018 года. В течение 3 дней ребята жили и тренировались в Екатеринбурге с первоуральскими футболистами, в том числе работал Элвин Рахимич, неоднократный чемпион России и победитель Кубка УЕФА. Как отмечают наши спортсмены, многие упражнения стали для них в диковинку, и теперь местные секции будут применять их на своих тренировках.